И зачем мне рапира, спросите вы? Ответ очевиден. Я залагал, на этом каточка будет закончена, я более чем уверен. Просто смотрим. Ну а что же произошло дальше? Смотрите видео. Ребят, обязательно ставьте лайк. Бахайте подписку, потому что очень мало ребят подписывается. Почему-то, я не знаю, большинство, около 50% человек, кто заходит на мой канал, почему-то не подписаны. Не знаю, ребят, если вам реально нравится то, что я делаю, нравится мое искусство, пожалуйста, поддержите меня подпиской. Все, погнали смотреть видос. Всем доброго времени суток, друзья. Наконец-таки я зашел, пикнул Леона, как и обещал. Сделаем фаст-рапиру, будем долбить с руки. Что у нас там? У нас там есть копа. Копа будет отлетать, ребятки. Давайте приколимся, ребята. Не забывайте про подписку на канал, чтобы было весело, было по фану. Все как обычно, без каких-либо агрессивных моментов, как говорится. Ну и не забывайте ставить лайки, ребят. Позитивный комментарий, плюс стример, радость стримера. Ребят, оставайтесь человечными. Ну и погнали эту катку душить. Пойдем на нижнюю руну. Ребятки мне помогут на низу. Посмотрим, что у нас получится на центре сделать. Я думаю, будет игра прикольная. Будет игра прикольная, думаю. Так, виндранер берут. Это плохо, алхимик. Алхимик с руки хорошо отлетает. Посмотрим, как получится. Там вроде по пику уже чуть-чуть посерьезнее. Посмотрим. Я поставлю себе вард, спасибо. Сейчас будем душить, ребятки. Так, свернусь. Поправим. Вот так вот сделаем. Чтобы мне ничего не мешало. Все, поехали. Фризов нет, лагов нет. Чилим просто. Забираем руну. И ехала дальше. С этим азиком просто аза. Ну, любители, фанаты азика. Азик, в принципе, игрок вообще топовый, он молодец, хорошо бахает. Споров нет, базару ноль. Мощный игрок, мощный игрок. Так, забираем крипиев. Главное, как можно больше. Качественный должен быть крипинг. Промах, промах. Не промахнется, добиваю, все, найс. Зато я не добил. Ничего страшного. Экспу забрали, крипа не забрали. Ну, не знаю, стоит, встал в АФК, что ли, я хз. Нет. Работает, так сказать. Дед коп промахнулся. Физа, в чем прикол стоит автоатачить? Вроде ребята 5к, а вот чел попался, просто стоит автоатачит. Не понимаю. Но можно немного размять, если честно. Взял манаберна, не стан. Чем больше ману у него сейчас выдерну, тем лучше. Будет ножей всяких. Главное погашать затрачиваемую ману и с этого кайфовать. Кстати, ребят, мини-гайд по персонажу давайте сразу запилю. Что этот персонаж вообще делает? Как его качать вообще? Ну, это в первую очередь саппорт. Но и на мидлейне тоже можно, в принципе, им душить. Вот, как видите, я немного напрягаю пацана. Не знаю, как, насколько сильно я его буду напрягать еще. Ой, не, ну так я играть не буду, бро. Так не пойдет. Ну, может тут дать блинк, очень сильно надамажит, но не знаю, не хочет, аккуратничает, походу. Сосем ману. Пойдет. Кстати, по идее, если мы дадим моноберн на иллюзию, то иллюзия должна сразу умереть. Давайте прочекаем. Да,
Это так работает. Принесли второй нулик, чтобы лучше ластхитить. Как бы 18 дэмэджа, но это рили ощутимо. Это рили ощутимо, разница очень большая становится. Но хватает на нож? Нет, не хватает. Все, найс, высосали просто ману. Найс, есть у нас первый спелл. Но успевает кинуть. Даже мог сейчас я его убить. Очень больно ему залетает. Надо купить ботл. Сейчас подбьем этих крипчиков. Вот так вот делаем. И вот так вот, хорошо. Мне нужен хил. Ладно, подкушим линию. Забираем этого крипочка. Как хорошо играть без стрим-снайперов, ребят. Вы просто не представляете. Никто на мид за мной не бегает. Не хейтит, ничего. Так, ну если коп высунется, то можно просто ваншотом. А, можно пробежаться и на топ. Ага, руны нет. Руны нет, возможно это будет даже какой-нибудь инвиз. Или нет. Не суть. Короче, есть сапожок, ребят, можно пробежаться. Можно пробежаться. Там фингер там 400 хп. Сколько? 500? 600 дэмэджа. Ну, должен убивать. Ну, вот этому пацану дам пальца. Просто. У этого пацана на виндран не хватит. Не хватает. И ластхитим. Прекрасно просто. Просто прекрасно. Апаем курьера. Вот так вот присылаем себе и идем на центр дальше душить. Просто идеальный ганг. Фингер очень много сносит. КД, к сожалению, 160 секунд. Но будем, ребят, будем сейчас все делать на то, чтобы катка была интересная. Соберем рапиру в любой вариации. Нет. Есть у нас ботл появляется. Ну, я не знаю, коп могла попробовать сейчас забрать, но мне кажется, я бы ее подловил. Сразу же. Ну, промахи. Как говорится, если Азес не промахивается, то это не Азес. Слоуграундов я очень люблю промахиваться. Это моя фишка просто основная. Так, но он уже пошел на руну. Эту руну я ему, конечно же, не дам. Что он там ноет? Опять на топ? Нет, по КД фингера буду ходить туда только и все. Законтрите руну, ребятки. Так, ну успеваю добивать. Да, отлично, отлично. Успеваем. Ну, если коп приходит, надо пользоваться. Напугали пацана. Очень пассивно стоит. Шансов у него просто нет на таком пассиве играть. Найс, ману перекрыли. Все, там нету маны просто. Что от меня хотят? Ну, у меня КД. Вот так вот достаточно, думаю, ему будет. Так, есть. Забираем кату и уходим. Блин, ну еще хочется крипов забрать. Вот так вот делаем. Не добил, к сожалению, но ничего страшного. Не добил тоже. Добил, все, хорошо, гоу. Гоу, там, ну, там на импейл буду поднимать. На импейлах буду убивать этого пацана. А эту дурочку уже конкретно.
Ну и все равно стал под дерево, да. Я побегу. День. А, все, хейст кончился. Нет смысла бежать туда. Мансанем, мало ли. Я фул. Так, ну надеюсь, руна здесь осталась. Надо здесь завардить будет сейчас. Пойду заберу. Надеюсь, заберу сейчас. Пойду чела на Некролайте. Надеюсь, по крайней мере, пока инвиз на мне. Так, некр тут. Вижу пассивочку, но некра не вижу. Ага, вот он, но он уже отпился. Ой-ой-ой, да у меня могут быть сейчас проблемы. Надо мансовать сюда, в эту стороночку. Гоу, 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 стана, просто стана ему разминочного. Бить с руки. Ой-ой-ой, как больно. Найс. Хорошо. Берем даггер, все, и дальше будем делать ВП. Взяли даггер, и дальше будем делать себе тупо рапиру. Все, next, там просто рапиру. Подумал, может, транквилы сделать, чтобы хотя бы не сильно проседать. Ну, проседать, но не так сильно. По хитпоинтам. Давайте пришлем себе один хил. Погнали за руной. Ой-ой-ой, какая руна. Вы просто посмотрите на это. Это просто божественно. Это просто божественно. Просто божественная руна. Все, вот если бы я не выложил нулики, у меня сейчас бы не хватало бы 300 хитпоинтов до фула. Рашим тупо рапиру теперь, ребят. Кто идет? Коп. Но маны на блинку не хватит в любом случае. Ой, Венги тоже там дагерок. И у тебя дайману высосу. Жесть, просто без маны оставляю. Ой, я подзалагал. Залагало немножко. Нормально. Есть у меня фингер, да? Почти есть. Вкачиваем жабенку. Ставлю сюда картиночку. Раздали пацанам по хилу, так как тут есть руна халявная. Есть фингер почти второго левела, это очень хорошо. С фингером второго левела можно уже делать дела, ребят. Как сейчас бы крипа не добить такого простого? Ужас.
ужасно. Ой, дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж тоже хорошая руна. Go. Так, ну я побегу тупо. Я тупо побегу. А убьют его. Блин, как же вовремя залагал. О боже. Ага, еще и дается, найс. Жесть. Это жесть. Герой залагал и потом такой, на, импейл давай. Окей, ну сейчас так, к сожалению, у меня... Почему-то это айкап. Ребят, это айкап на самом деле, потому что сейчас я не стримлю, дополнительной нагрузки нету на ресурс, на АБС, на непосредственно интернет сам. Вот эта вся нагрузка нет, это так не работает, сюда иди. Можешь идти, братан, гулять. Гоу, пацана. Экспу дайте хотя бы. Все, найс. Неплохо. Неплохо. Промах на ласт хит. Ой, бля. А тут хоть промаха не вылетело. Так, ну есть демонедж, ребят. Это хорошо, пока леончиками. По ластхичу крипчиков тут. Демонджа должно хватать, чтобы добивать. С двоих леонов. Ката дает удар и добиваем. Найс. Найс, два крипа добили, и это уже хорошо. Хорошо. Просто excellent. Просто excellent. Овнем, так сказать. Молодец парень на Сан-Кинге, Титаник. Подписчик, но... Сейчас попал за меня. Радует, как играют. Пофиг на когда. Сейчас рили это помогает. Молодцы, хорошо бахают. Мне бы варды бы сюда. Три варда. Ставь. Просто ставь все. Так, хорошо. Коп тут. Вижу коп, алхимик. Коп 1100 хп. Смысла не вижу. Не-не-не-не-не-не. Четыре тут. Тут четыре, братан. Промахнулся, ох, печалина. Блин, я тупанул очень жестко сейчас. Очень жестко тупанул. А че курьер летит? Неужели это я накликал? Неужели это я накликал? Опа. Ой, ну тут ГГ мне. Тут ГГ. Тут ГГ мне. Надо было уйти. Уф. Там 180 маны еще. Ну, коп неплохо, кстати, где-то оделся, несмотря на то, что он дурачок. Все равно где-то неплохо оделся. Ой, Avengerful, что там делать? Могли квапу убить. Могли, могли, могли. Ну, я думаю, убьют. Убьют. У нее нету пока что маны на, на блинк. Теперь есть. Будет примерно сюда, наверное, блинковаться куда-то. Не. Умирает просто от урны. Делается хороший станчик. На некро, и некро просто залетает миссл. Молодец.
хорошо разыграли. Но алхимики с медасами, вот этого я, честно, не понимаю. Честно, не понимаю. У нас легион хороший, у него есть дагер. Тем временем. Тем временем. Продаем. Один нулик. Поехали на низ. Есть у меня хекс. Хорошенький в двоечку. Вот так вот раз. Вот так вот два. Вот так вот три. Четыре. Хорошо. Есть регенчик, лежит на руне. Погнали, заберем. Кастуй в лес. Хорошо. Оунят, ребята. Так, ну у меня есть уже фингер. 700 хп некор, это очень мало. Это просто стан. Ну, импейл, прыжок, импейл, ультимейт и все. Это, по-моему... По-моему, очень. Ну, там через shift надо работать. Очень легкий фраг был. Забираем тэшку. Гоу. Ладно. Пустой АФК. Добил, наверное. Да, добил. Подлагал. Добил. Пойдет. 2200 есть, ребятки. Ману обязательно высасываем. Высосали всю ману у кентавра. Кентавр в обиде. Так, цепляет. У нас тут дается дуэлька в алхимика. До свидания, просто миссл. Так, монетка. Монетки мне нужно собирать, ребятки, в любом формате, потому что монетка это плюс голдишка и плюс экспишка. Поэтому, ребятки, так, до фингера 20 секунд. Фингер это одна смерть. И это очень-очень хорошо. Делаем сюда блинк, чтобы не терять хитпоинты. Скоро уже должна активироваться регенерация у меня, я так знаю. Я так думаю. 2700 есть, у нас осталось 1100. И можно работать, можно работать. Так, есть у нас фингер, давайте высосим. А, все, ничего высасывать не надо. Тысячи есть. Хорошечно. Ну, дай ману высосать. Эх, не дает. Не дает ману высосать. К сожалению. Бедный некролайт просто. Парк колдауна называется эта тема. Ой, дается хороший повершот, но, к сожалению, мимо. Зафармим тут крипов. Так, ну, ребята, там начинают драку, но я драться туда не пойду. Потому что у меня первое дело это... Вот такое дело. Тут побить крипчиков. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, добивать, наверное, нет, не добью. Вот так вот. Осталось совсем чуть-чуть. Думаю, сейчас после этой пачечки соберу уже. Есть 3800. Добили тавер. Добиваем одного крипа. Еще одного. Еще соснуть ману, хотя у нас фул. Все, идем. Ух, дагер сбился. Все. Поехало. Ну, найс, как обычно, надо подлагать. Давай, давай, бери, черешит, поехали. Так, ну погнали. Бить с руки. Г. Так, ну надо по традиции бахнуть. Бахнуть пацанов. Кто-то стал там, блин, там Ризрак стоял АФК, но неинтересно уже будет. К сожалению, я думал с руки буду его убивать. О, некор пошел варники ставить. Гоу. Будем наказывать сейчас. Просто буду бить с руки, как бешеный.
Он, наверное, в шоке, что там за дэмэдж. Что за дэмэдж, говорит? Что за дэмэдж? Гоу сюда. Что там Ризрак делает? Нарезай. Просто как убить Ливера, ваншот просто. Просто ваншот. Я думал клоун. Погнали, пушайте. Лего. Лего, на меня второй кинь в драке. Просто с руки хочу бить. Что, вы готовы, дети? Просто с руки. Две тычки там, как полфингера. Господи. Ну, если честно, такое себе. Тычка-фингер. Просто лайка про. Тычка-фингер. Тычка фингер. Просто как убивать с руки, гайд. С руки. Ну, я сейчас умру. Заберите. Хорош. Я байбэк даже. Погнали. Ай-яй-яй, там просто сейчас рапиры заберут. Жучары. Ну, некор забрал, серьезно. Серьезно, некор забрал. Ну, очевидненько. Но некора я сейчас быстро возбужу. Сосуч. 28 секунд. До фингера. Верочка знает, что я тут, и я знаю, что меня тут видно. Жалко, маны на фингер нет. Эх, ну, такое, драка за рапиры, чисто рапиры взять не можем, но плохо, плохо. Хуёво. Поехали, окей. Сейчас выйдем. Добавляет некую изюминку в эту тему всю. Когда рапира отдается. Так, что ж. Сейчас будем овнить. Вяжет у нас тут будет от легиона. Ой, куда легион дагер дает? Ну что это за дагер? Ну, блин, ну хз, ну хз. Так, у алхимика рапира 400 дэмэджа, изи фармит пацан, думает сейчас, о, изи сейчас камбэк, но с рапирой. Ну, его, если честно, будет тяжеловато убить, но через палец, я думаю... Ой, смотрите, как легион просто ее овнит. Химика надо также, чтобы забрать рапиру. Да блин, что за лаги, ну вот как вот это играть, посмотрите, все, повисло все. Итак, у меня вот сегодня весь день, весь вечер, и, не, кстати, уже не первый раз. И все, побежал, просто. Сори, реюзнул. Возьмем варник. Санкин, да, варнит, это хорошо. Алхимоса надо. Химика надо. Как же изи сейчас алхимику фармить? О, пацаны вышли помогать. А, не могу сосать, потому что нечего сосать. Так, химик Тарас. Добавляет еще одну изюминку. Просто.
Ну, самая тема это сделать мне Лотар и... Контрольте, ребята, просто контрольте. Блин, ну я умру. Это он просто станет под конец. Беги. Беги. Беги, хорош. Хорош. Забрали рапиру. Да нормально все. Там сейчас они раздамажат. Даже питлорд жирный очень. Очень жирный. Там они не пробьют их. Ай, там Линка, Алешка. Ой, посмотрите просто на эту Виндру. Виндра умирает от крипов, дается стан в Некролайта. В Некролайта должны сейчас просто с руки разбивать. Найс, молодцы. Так, ну рапира у Венги, по идее, она не сможет мне ее тупо отдать, потому что умирает, ну, при смерти только сюда. Придется умереть, Венга, чтобы вернуть законному владельцу. Стратки через рапирки. Чагоу. Сейчас умрет, посмотрите, просто баш. Трошан, если бы забашил еще разок, просто был бы смерть. Так, ну, варник выложим. Гоу. Да, да, да. Умирай. Мне рапира нужна. Че, так не работает сейчас? Работает все. Работает. Все работает. Так, нужно нафармить Лотар себе. Давайте зафармим себе Лотарчик. Походу пацаны камбэкнуть нам хотят. О, вы куда вышли? Нифига, проснулись? Сейчас же ночь, они не должны были просыпаться. Непонятно. Вообще не понял. Ага, никого нету. Блин, ну что ж такое-то? Как играть? Это айкап тупит, вот я вам отвечаю. Блин, да вижен! А, бля, я, блин, дал, я забыл. Давайте ману высосим у него, чтобы он не ультанул. Кен стан дает, понимаю. Я умру сейчас. Надо вот сюда не по стандарту уходить. Но без вижена там плохо. Я в линку фингера дал. Ну, нужен Лотар, чтобы работать. С Лотаром надо работать. Вот он, мой Лотар. По кайфу с одной тычки убивать. Все, есть Лотарчик. Погнали на Б и поехали. Все, ехала. Так, ну, я забыл про Линку. И Линку можно сбивать монодрейном. Так, ну такое. Легу сейчас тут напихаю. Ну зачем ты даешь дуэль? Ну, мне кажется, зря этот свап был, потому что тут уже стопроцентно нужно было тупо драться, пытаться отхиливаться. Потому что это рили сейчас глупый свап был очень. Ну, он типа сработала тема, надо засейвить. Надо засейвить.
Тундра приоделась немножко. Так, ну... будем работать. Просто пушаем. Сакрат у нас появляется. Убита. Так. Что делаем, ребятки? Свабы какой-нибудь. Но прыгать туда, если честно, мне вообще не хочется, потому что химик встал. А химика надо уже сейчас бояться. Ну, хотя у меня есть лотар, но надо тавр как минимум сломать. Тогда будет попроще. Будем пушить. Чё, второй дай. Дал бы мне лего второй. Я дамажу очень жестко. Так, ну не связался легион. Тоже дадим стана. Будем бить с руки. Ой, связала-то как, посмотрите на нее. А чё не меня, а не меня, а чё не меня? Сбили линку, пьем с руки. Обоссали. Ай, ну это ГГ сейчас будет. Божечки, он байбайкнулся. Ай, взорвался. Бери рапиру, бей с руки. Просто посмотрите на этот трэш. Просто трэш какой-то. Взял рапиру и дальше бить с руки. Ну, опять байбекает. Смотрите, байбекает с алхимией, как раз его и просто не убивали. Но мне кажется, тут надо пытаться как-то, да, мансить и бить с руки потом. Ай-яй-яй, вот это глупо, мне кажется, было. Вот это сейчас, по-моему, было глупо. Так, ну оставляет у нас рапиру, походу, алхимику, да? Свап не нужно было, мне кажется, давать. Надо было просто сейвиться как-то там. Хотя хз вообще. Так, ну у Виндры теперь рапира чисто гуляет по рукам. Забавно. Интрижка появляется. Даем, так сказать, second chance. Ой-ой-ой, это очень больно, ребят. В ВР-ке вообще это очень больно. Че? Там рапира, братан. Вот че. Так. Ну, я думаю, стоит сделать и гони. Ой. Ой. Упса. Как говорится. Пацаны-то могут выиграть. Мощно, аппетитно, зверско. У них там минус низ, минус мид почти. Тут изи, мне кажется, все равно. Одна драка там. Жесткие минусы будут. Так, вон у нас там алхимос идет, будет принимать, да, гоу. Го. Химика. Будем вместо рапира использовать дабл дэмэдж. Так, ну я... ага. Вот это иллюзия. Сразу убиваем иллюзию. Убирают у нас Аегис. У меня КД. Вот так вот. Усмирительную рубашку надели на пацана. Усмирили пацана. Правда, вчетвером. Да ничего страшного. Блин, нафига мне мана, если мне на Б идти? Я бы. Походу там сейчас поумирают пацаны.
ВСК же есть слот пустой. Хотя, наверное, его под ТП использовал. Сейчас не хочу продавать ни нулики, ничего такое, блин. Потому что очень сильно проседаю по статам. А статы мне очень даже нужны. У меня аганим почти есть. А, не, нету вообще ничего, да? Я ни один ингер не купил. Один. Один ингер есть. Я думал, у меня уже есть второй. И... все такое. Так, ну, побьем тут немного крипчиков. Главное сейчас не умереть. Главное сейчас не умереть. Вот когда варты доставлю, главное не умереть. Кнопку на лотаре держу. И тем не менее. Так, я уже здесь. Копе надо сбить линку. Я копе сбил линку, там нету линки. Куда свапаешь, блин? Ну что это такое? Зачем такой свап, братан? Дал хекс, взорвался. Харасим просто. Санкинг бахает ультимейт. Очень больно алхимику. Ой, алхимику Санкингу. Надо подлавливать, когда он второй напрягает. Ой, а что за ТП? А что за ТП такие? Тактические. Тактические телепорты называются. А что делает ультимейт у Пита, да? Интересная катка. Катка становится интересна с появлением рапиры в команде противоположной. Так, ну сейчас бы был бы свап, наверное. Но, как говорится, nevermind, там все дела. Так, ну у меня КД. А что за свапы опять? Что за свапы? Они не могут определиться, кто. Кто свапает, а кто нет. Так, ну отойти надо. Опасно, опасно. Опасно. Б. Опасно. Блин, ну ВР 1800 хитпоинтов. Кастуй тут. Можем убить, в принципе, ВР-ку. Сам Кингович. До свидули. Ах, я мог, ребят, я мог. Мог забрать, но не забрал. Мог отобрать просто из рук, но не сообразил. Нужно было немного проапмить. Че, нам идут в мид, что ли? Поехали сюда. Коп у нас тут. Идет магазик, ну, дадим хекс. Да, став нет. КД. КД. Он будет прыгать. Буду атаковать. Нет, не прыгнул. Надо отойти. Отойти. Я бы а пацаны-то там оделись неплохо уже. А у нас-то кора нету. Ну, тупой на питлорде, если честно. Он не понимает. Я написал, что я на Б иду. Б оттуда. Смотрите, сколько тут крипов еще. Бля, сейчас от крипов сдохну из-за лаг. Ух, не сдох.
Все, идем. Есть у нас ганимчик, можно будет плеваться по колдану. Забирает рапиру, да? Забирает, хорош. А, ну некуда ложить. Некуда ложить. И подсейвили, пацаны. Подсейвили. Уйдет? Молодец. Для него это было изи, наверное. Блин, там такие еще герои. Один с Блинкалтом, другой с Виндраном. Это неприятно. Октарин на алхимике появляется. Да, игра затянется, походу, на более продолжительный срок. Нам бы задевардить, наверное. Проблема в вардах. Еще бы не подлагивало. Вообще, excellent было. А кто мертвый? Верка мертвая, можно попробовать. Ну, вот тут вард. Вот тут вард надо снять. Вард надо снять, тогда будет все окей. Странно, вардика нет. Что ж, ребятки. Да блин, вот эти вот челики, которые лучше напишу, чем зайду на YouTube, посмотрю, напрягают, если честно. Еще из ДНД, понимаю, все, иди в задницу. Очень много алхимика, уже 6 слотов просто. Надо Рошу ждать. Делать хороший мув, красивый, аккуратно. Опсы ставит у нас коп. Сек. Челик с ДНД сидит, пишет. Гоу. Гоу, 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 гоу. Ой-ой-ой, что там Легион делает? А чё, вот эту дурочку добить не можем? Есть. Бьем с руки. На, просто. ББ. Б. Коп байбек нажал. Найс, ушли. Пойдет. Хотя могли, наверное, перевернуть драку. ВР-ка лоу хэповая, у меня ульт 20 секунд КД. Наверное, могли перевернуть. Ну, рапира законного владельца. Вернулась-таки, законтрили драку это. С лотаром будет попроще. Снимает вард крайний там. Еще бы мне к этому затару МКБ, что-нибудь такое мощное. МКБ кирас, знаете, такое. А то я просто вот тупо бегаю. Не можем никого убить. Гоу. Успел я? Нет, не успел. Я не успел разбить Октарин, господи. Я не успел разбить Октарин. Найс. А чё, не будем цеплять? Боже, вот это я, конечно, лоханулся. Не успел разбить Октарин, это очень жестко.
успел подобрать. Надо было, блин, я в лотаре или даггером, надо было просто запрыгнуть и забрать. Ну такой фейл, конечно, тотальный. Мог оставить без Катарина. Лего там ломает тем временем. Такой бред. А мы тут сломаем, я думаю. Успеваем делать аут. И зачем мне рапира, спросите вы? Ответ очевиден. Я залагал, на этом каточка будет закончена, я более чем уверен. Просто смотрим. Ну давай, быстрее. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Просто, ребятки. Ну, мне кажется, это лайкосик. Лайкосик, рели. Очень прикольная катка вышла. Не знаю. Ну, рапиры вот это постоянно передается, такое, знаете. Ну, если честно, как бред, но видите, как игру закончили. Как тык-тык-тык-тык-тык быстренько налагали. Вот такая каточка, ребят. Обязательно лайкосик ставьте, если такая тема прикольна вам. То есть, ну, я сам не ожидал, что будет такой камбэк. И все. На этом все, ребят. Давайте, я погнал. Всем приятного просмотра с этого видоса.